Доброе время суток посетителям, гостям и подписчикам моего канала. Если кто-то уже смотрел мои предыдущие видео и статьи, то вы могли видеть, что я делал умный дом на системе мажордома бесплатно и с помощью шлюза через веб-интерфейс и RS-485. И поэтому RS-485 входил сигналы по моему собственному протоколу, который был сделан, ну так, на основе похожей на Modbus. Ну, а шлюз работал через веб-интерфейс, то есть мажордом со шлюзом обращался через веб. Ну, это дало такой минус, то что обмен информации, то есть смена статуса, проходила раз в 10 секунд, потому что через веб-интерфейс мажордом больше не позволяет быстрее. Ну и получалось, когда мы включаем выключатель, только через 10 секунд могли мы видеть статус изменения вот здесь на панели визуализации. И это все сподвигло, ну и один из моих подписчиков, с которым мы стали общаться, посоветовал мне перевести это все дело на Modbus протокол, чтобы увеличить скорость обмена и чтобы можно было подключать не только наши самодельные шлюзы и модули, а и готовое оборудование на протоколе Modbus. В чем он произвел тоже большое участие и помощь в создании шлюза. Ссылочку на его сайт я укажу ниже. Итак, что бы хотелось показать, если вы до этого смотрели, то там раз в 10 секунд приходила обменная визуализация. Надеюсь, будет видно вот здесь вот и на этой панельке, как меняется, с какой скоростью идет обмен. Я вот выключатель первый включаю, лампу, и смотрим, когда появится здесь и здесь. Вот они изменили статусы сразу, если видно. Второй выключатель, звезда у нас загорелась, тоже вот сменили статус. Также мы можем отсюда выключить и отсюда выключить. Статус меняется, опять же включаем. Мы видим изменения здесь и здесь. Скорость обмена. Также у нас расключен модуль диммирования, две лампы вот эти вверху. Вот первая лампа включается, вот он диммер включился, раз, два. Это показывается индикация уровня диммирования. Второй диммер включаем, зажигается уровень диммирования. Сейчас буду регулировать, и вот здесь на ползунках можно будет видеть изменения. И вот здесь по зеленой полосочке тоже будет яркость меняться. Ну и, соответственно, лампа будет менять яркость. Сначала выключу обычный модуль. Они у нас потухли. Теперь вот пробуем регулировать. Ну, потушим один диммер, чтобы видно было. На одном сосредоточимся, вот на этом. И здесь вот на этом уровне. Так, я поднимаю яркость. Здесь вот ползунок сдвинулся и здесь на максимум сдвинулся. Сейчас буду уменьшать. Ползунок сдвинулся и здесь яркость. Это все происходит при течение 2 секунд. Изменение статусов показывает. Также с компьютера мы можем включить и отрегулировать яркость. Статус. То есть результат налицо при переходе. Теперь что могу сказать? Теперь у нас работает шлюз, он общается с мажордома по Modbus TCP, то есть по локальной сети. Сам шлюз. А с модулями шлюз уже идет по последнему соединению, общается по Modbus RTU. Ну вот это, наверное, все, что я хотел показать в данном ролике. В следующих статьях и видео будет как раз уже показано, как работает модули и шлюз по протоколу Modbus. Так что смотрите дальше мой канал, смотрите за развитием, наблюдайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за внимание.